В Шымкенте будут открыты проспекты и парк Турции, а в Алматы памятник Мустафе Ататюрку. Об этом сообщил спикер Мажилиса на приеме по случаю столетнего юбилея Турецкой Республики. Ерлан Кошанов зачитал поздравление президента Казахстана, в котором глава государства выразил уверенность, что отношения между двумя странами, основанные на крепкой дружбе и сотрудничестве, будут продолжаться не один век и сохранят дух расширенного стратегического партнерства на благо братских народов. Ерлан Кошанов также выразил благодарность руководству Турции и представителям дипкорпуса за поддержку народа Казахстана в связи с трагедией на шахте в Караганде.